Итак, как можно рассказать в двух словах про наш бизнес? Все очень просто. Когда вас спрашивают, а чем вы занимаетесь, вы можете ответить так. Я занимаюсь консалтингом по драгметаллам. Точка. То есть человек скажет, а что это такое? Не понял. Чем вы занимаетесь? Я занимаюсь консалтингом по драгметаллам. То есть, а потом можете уже, если человек вас просит еще раз более подробно объяснить, расскажете, что я консультирую людей о том, как можно приобретать золото с тысячекратной доходностью. Вау, он скажет, вау, круто, это что, так бывает, что ли? Что это такое вообще? Первый раз такой, слушай, как это можно золото? То есть золото в 1000 раз дешевле? Нет, вы не поняли. Я людям рассказываю не о том, как золото можно дешевле покупать, а я рассказываю о том, как можно покупать золото по выгодным ценам и при этом еще зарабатывать тысячекратную прибыль, иметь тысячекратную доходность. И вот здесь нужно прекратить разговор. То есть здесь, как говорится, нужно знать, когда уйти. То есть вы тут же переводите тему разговора на что-то другое. Либо самый лучший вариант, вы должны развернуться как бы и уйти. Попрощайтесь с человеком, попрощайтесь с ним и уйдите. То есть, и это человек запомнит. То есть, ну, это как бы выделяется из этого как бы серых будней, из этих обычной обыденности. И он будет думать о том, что вы ему сказали. На работе, пока он едет домой, пока он там ужинает с семьей, пока у него там что-то чем-то занимается, гуляет в парке с собакой. То есть он это вспомнит. Как-то так. Золото покупают. Золото. Вау, здорово. Что-то необычное. Золото. Круто. Первый раз такое слышу. Да еще можно и доходность иметь какую-то. Блин, надо позвонить. Надо позвонить. 100%. И ждите звонок от этого человека. То есть в большинстве случаев вам позвонят. Может быть, не сразу. Может быть, на следующий день, конечно, может через неделю, может через месяц, может через полгода. Но обязательно вас спросят, а чем все-таки вы занимаетесь? Расскажите мне поподробнее, где можно что-то посмотреть, а может быть какая-то презентация или можно встретиться с вами. Ждите звонок.